Житейская стойкость протяженностью в 100 лет. Именно столько исполнилось жительнице Монина Ольге Ивановне Ефимовой. Ей не очень легко сегодня. День волнующий. По ее лицу, ее натруженным рукам видно, что она переживает. Ольга Ивановна проживает вместе с дочерью Светланой Владимировной на улице Дементьева военным летной славой Монине, куда ее семья переселилась к брату военнослужащему после войны. У Ольги Ивановны, тогда еще очень молодой женщины, за плечами оставались тяжелые годы войны, легендарный Севастополь и гибель в бою мужа военного моряка. Оставшаяся одна с маленькой дочерью, Ольга Ивановна могла рассчитывать на свои невеликие женские силы и на помощь близких. И, конечно же, главной ее опорой всегда была дочь Светлана Владимировна. 13 лет пошла ученицей токаря, потом закончила школу, потом закончила курсы бухгалтерские, проработала на бухгалтером. Назначать была директором магазина, и заводелом была, и завбазом была. В общем, такой-то у нее жизнь. Жизнь у нее была тяжелая. Она очень рано осталась без мужа, меня воспитывала сама одна. Женщина у нас властная. Она привыкла командовать. Вот. Ну, характер, конечно, это самое. Она, сила духа у нее. Поздравить юбиляра с столетием со дня рождения приехали многочисленные гости. Среди них заместитель председателя Совета депутатов Щелковского района Сергей Игнатенко, начальник Щелковского управления соцзащиты Жанна Пеняева, представители ветеранских организаций. Да, конечно, это очень значимое и, наверное, важное событие в жизни Щелковского района. Поэтому мы здесь и поздравили нашу юбиляршу с таким юбилеем, 100 лет. Поздравили искренне от всей души, от имени главы, от совета депутатов, от руководителей администрации. У Ольги Ивановны два внука, два правнука и два праправнука. Домашние уверяют, что, несмотря на почтенный возраст, долгожительница сама прибирает в квартире, готовит. Вот и для гостей накрыт праздничный стол. Сейчас Ольга Ивановна живет спокойной, размеренной жизнью, окруженная заботой и любовью родных людей. На склоне лет это ли не награда за долгую, трудную, наполненную великим житейским смыслом жизнь? Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».